Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян в декабре 2020 года во время разговора с третьим президентом страны Сержем Саргсяном выбранил премьер-министра Никола Пашиняна и заявил, что он не его прислужник. Как передает канал 13, об этом пишет газета «Грапарак». Накануне бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян на своей странице Facebook написал о том, что несколько месяцев назад служба национальной безопасности прослушала Оника Гаспаряна и записала телефонный разговор между начальником Генштаба и Сержем Саргсяном. Запись скоро будет опубликована. Выяснилось, что этот разговор был в декабре во время отъезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сюникскую область. Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну сообщили, что Оник Гаспарян 19 декабря перед отъездом Пашиняна в область посетил Сюник, чтобы визиту главы правительства 21 декабря ничего не препятствовало. Накануне уже было известно, что жители области не впустят Пашиняна в Сюник, поэтому решить вопрос могли только силовики. Новость о том, что глава генштаба взял на себя столь низкую миссию, удивила Сержа Саргсяна. Когда Гаспаряну передали об удивлении Сержа Саргсяна, он настолько возмутился, что по прямой связи позвонил Сержу Саргсяну и сердито заявил: «Я не имею никакого отношения к его визиту. Как я могу этим заниматься?» Он был настолько зол, что даже выбранил Пашиняна и заявил, что он не его прислужник. Вот этот разговор и записала служба национальной безопасности, отмечает издание.